Всем привет! Сегодня я буду проходить новый ивент с новыми юнитами. Вчера у нас вышло новое обновление, где добавили клоков. К сожалению, у меня нет ультимейта, потому что его просто нереально выбить. Ну ладно, отправляемся в катку. Так, давайте накопим сначала на Лего, потому что нам нужен деф. Ну, этих мы пропускаем. Но этих уже нельзя пропускать. Потому что они много несут и все. Ставим. Так, ну и давайте посмотрим, как тут Лего у нас выглядит. О, кстати, смотрите. Он не как вот бьет остальные, а он вот, когда подходит туалет, он прям вот так вот. Будильник у него дергается. И он себе что-то еще держит, часы, что ли. Ну, прикольно, как он на максималке будет, интересно. Но он сейчас справляется с туалетом. Думаю, можно еще одного поставить. Только уже здесь вот. А то я боюсь, что вот эти прорвутся пауки. Ну и, кстати, ребята, мне вчера обновление понравилось. Особенно хочется ультимейта нового. Только у него шанс вообще мизерный там. Только единицы могут его выбить. Думаю, пора накопить на прокачку первого аларма. Там уже боссы идут. Хотя, думаю, лучше поставить этого. Гуардена, чтобы он справлялся. Вот сюда вот давайте. Смотрите, как он висит в воздухе. У него тут звездочки, аура такая. Странно, что он висит в воздухе. Потом у него появляется еще в конце максималки молот. Хорошо, что он может замедлять. Думаю, аларму нужна помощь. Давайте еще тогда поставим. А то вдруг не справится один. Итак, ребят, у нас уже 30-я волна. Сейчас была 29-я. Я двух гуарденов прокачал на максимум. Смотрите, как он прикольно выглядит. У него вот появился такой молот и вот такой золотой джетпак. Ну и, кстати, ребят, смотрите, какие тут прикольные часы. Они в обратную сторону идут. Прикольно они сделали. Мне нравится, а вам? Вот, напишите в комментариях. Ну и, кстати, я сейчас хочу поставить нового Годли. Только куда-нибудь подальше. Что если он будет бусить этих, то он не будет убивать. Ну, давайте сюда. Ну, кстати, у него есть такая способность, он может возвращать
одного туалета в самое начало. То есть, если у вас есть новый годли, то вы просто используете способку. Надо, конечно, 10 минут подождать, но ничего страшного. И, кстати, ребят, смотрите, какой прикольный паук тут идет. Давайте рассмотрим. Ой, он что-то на меня загрелся. А, помогите, он за мной охотится. Может, мне туалеты спасут хотя бы? Я лучше наверх поднимусь. А, его уже убили. Ну, можно его наматься. А, не, вот тут опять они идут. Пауки. Ну и, кстати, у этого годли, у него на максималке, у этого паучары 500 тысяч здоровья. Это очень много. То есть, если у танков, у инженера, если примерно 50 тысяч, то тут в 10 раз больше, чем у танков. Пауки даже лучше, чем инженер. Ну и, кстати, этот новый годли, смотрите, как он стреляется динамитами. Прикольно. То есть не в одного туалета, а вот несколько туалетов стреляется. Смотрите, какой он прикольный. У него такие золотые часы тут. Ваура такая и шляпа. И он такой весь в огне. Ну, этих можно спокойно убрать, они не нужны, наверное. И давайте поставим вот этого мифика. И, кстати, у него есть Strong Time Stop. Он может останавливать время на 20 секунд. То есть, если обычный клок стоит на 10 секунд, то этот челик может на 20 секунд останавливать. И, кстати, смотрите, как Гуарден Клокмены прям танцуют. И они еще хлопают кому-то. Ну, наверное, туалетом хлопают. Смотрите, а этот как будто разговаривает. Вот, видите? Думаю, можно еще одного Гуардена поставить. Кстати, я сейчас на доске перейду, у меня 40-я волна уже. Неплохо идем. Итак, ребята, у нас уже 49-я волна. Я решил поставить еще одного Гуардена. И сейчас хочу еще поставить нового Годли. Вот сюда вот где-нибудь. Чтоб пауки тоже. Прям шло их много. О, конвейер. Контейнер уже убили тут. Смотрите, какие пауки жесткие идут. О, уже диджей идет. И, кстати, ребят, смотрите, самый главный туалет тут идет. Магнит Титан туалет. Посмотрите, вот мне сразу напомнило, что это на подъемный кран. Вот, смотрите, он еще весь золотой такой. И, кстати, что-то у него с лицом тут, что-то с фигурой головы что-то не так у него. Вот так у него тут турбины такие есть, магниты. Ну, если в соло проходить, то 16 миллионов у него, а если пятером, то тут уже 100 миллионов где-то. А, давайте, кстати... Нажмем на эту способку и смотрите, я его вернул в самое начало. Тут даже есть надпись, да не босс 5, вернул туалета начало. Видите, это именно у Годли нового. Ну и плюс я остановил Strong Time. Это у вот этого мифика. Ну и, кстати, мы уже выиграли. Ну что же сказать, юниты очень хорошие. Особенно вот этот новый годли, который спамнит пауков, но еще и бустит. И атакует.
Давайте телепортнемся в лобби. Так, ну и вот, ребята, мы в лобби. Ну что ж, хочу сказать. Хочу сказать о своем телеграм-канале. Там я провожу новые розыгрыши. В среду у меня будет новый розыгрыш. Еще я сообщаю о новых роликах и о новых стримах. Кто желает, подписывайтесь, участвуйте и выигрывайте. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Ну и на этом все. Если вам понравилось новое видео, то ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну а с вами был я. Всем пока!